ты увидишь, как все случится. Все, о чем ты переживаешь, вовремя ты увидишь, как оно случится. Будь просто сейчас тут. Сейчас происходит твоя жизнь. И кроме сейчас ничего нет. Неужто у вас есть что-то еще, кроме сейчас? Нет. Признайтесь себе. Где вот это вчера? Где это завтра? Где это через час? Оно где-то там, в уме. Прямо сейчас есть только сейчас. И сейчас все происходит. Вот это просто развидеть. Сейчас все происходит. Единственное, кто хочет знать, как будет все, это вот эта штука. Эго. Ум. Но именно благодаря ему оно и пробуждается к себе. Это все так вот устроено. И это тоже Бог. У меня есть только сейчас. И прямо сейчас все происходит. Я переживаю о том, что будет потом, или о том, что было когда-то. И все эти переживания из-за того, что я просто упускаю сейчас. Надо свое внимание забрать из того, что будет потом, из того, что было когда-то, в сейчас. То, что было когда-то, не существует. Реально не существует. Вот сейчас этого не существует. То, что будет потом, будет осознанно потом. Будьте сейчас. Ум хочет знать, как я прокормлю это, как я закрою долги, как я со всем этим справлюсь. Увидишь, как ты со всем этим справишься. Увидишь. Реально увидишь. Какая разница? Ну, в один из этих дней твоего тела не станет. Ну, признайся себе, осознай это. Не будет в какой-то момент того, кто будет переживать о том, как ему прокормить 4 детей, а 4 ребенка продолжат расти, прекрасно продолжат расти. Кредиты исчезнут, просто исчезнут. Просто все, уже не будет того, кому будет платить и так далее. То есть оно все в итоге решится. Ум привык существовать вот за счет вот этих страданий. Это то, за счет чего существует эго, за счет страхов, переживаний и так далее. Это единственное, за счет чего существует вот эта штука. Как только это осознается и выйдется внимание в проживание, в тотальное проживание, пуф, оно все осыпется. Больше не будет существовать для вас страхов, переживаний. В моем прямом опыте этого не существует. Вот. Все есть, все происходит. О чем мне переживать? Вот реально, о чем переживать? Смотрите, все делается. Не о чем переживать. Ну неужто это непонятно? Оно все происходит прямо сейчас. Бог сам о себе заботится сейчас. И пребывать в этом сейчас, кроме него, ничего нету. Настолько все просто. Оно само выкидывает нужную мысль, присылает нужных людей, говорит то, что должно сказать, видит все, вот проще некуда. Все, только вот эта штука в уме смотрит туда, у этого эта машина, у того та машина, у этого такие цифры, это мода, вот это все. И вот оно и терзает его. Я хочу как этот, хочу как тот, хочу... Да блин, дерево манго не дает плоды груши. Будьте тем, кто вы есть. Будьте собой. Не пытайтесь быть этим или тем. Будьте собой. И в нем радость. Поверьте, то, какое блаженство человек испытывает, пребывая с собой. Не существует суммы денег на планете, которая даст вам это состояние. Не существует количества подписчиков. Не существует недвижимости, которая вам даст то состояние, которое вам дает просто вот это пребывание в этом моменте сейчас. Осознать себя вот этим неизменным и пребывать в этом. Не существует ничего в материальном мире, что вам способно дать это состояние. Но вы не можете познать это чувство, пока ваши мысли в материальном мире, пока вы туда пытаетесь уйти. Но вы прямо сейчас тут находитесь. И только вывести... И вы можете познать. Я вам предлагаю познать вот это. Но чтобы познать вот это, то, о чем я говорю, надо оставить все без остатка. Все вот эти знания. Просто оставить без остатка. Вы познаете то, о чем я говорю. И если захотите, вернетесь и продолжите носить свои старые тапочки. Но прежде чем вернуться и продолжить носить свои старые тапочки, вы уже зарабатывали деньги. И каждым разом хотите больше и больше. Вы достигали вещей и хотите больше и больше. Вы были женаты по несколько раз, были разведены по несколько раз и так далее. Вот это все, один ребенок, второй, оно не закончится. Увидьте это. Есть неизменная штука. И она прямо здесь и сейчас. В какой огромный дом вас не поместите, оно вам не принесет столько радости, сколько вот это вот то, когда вы найдете себя, осознаете того, кто вы есть. И оно не где-то там, оно не где-то там, оно прямо здесь и сейчас, вечно с вами. Преданно вас ждет в каждом мгновении. Просто вас тут нет. А оно вот ходит за вами каждое мгновение. Ни одного мгновения вас не покидало.